Как вас зовут? Александр. Здравствуйте. Может, хватит здороваться? Может быть, хватит командовать? Мы слушаем вас, Александр. Привет. Добро пожаловать в исторический парк развлечений. Корсет не маловат? А тебе череп не великоват? Ну, пойми, старик, ты уже не в той форме для этой работы. Я тебя перевожу. Как вчера у Мишки день рождения пошел? Вчера? Он не хочет тебя видеть. Да вы оторвали, Александр Иванович. Тебя-то за что? Сейчас всех подряд гребут. Ну, я же вам понравился, а? Я встретил женщину. Человеку нужно во что-нибудь верить. Ну вот, нашли тему для застолья.